Мы приветствуем всех зрителей студии Российского общества знания. Три дня с 16 по 18 ноября в нашей студии здесь, в гостином дворе, будет проходить марафон «Знания транспорт». Я буду счастлив, если мы через 15 лет не вернемся к гужевому транспорту. Но будущее будет за беспилотным транспортом, и нам надо будет думать, как этот беспилотник будет обгонять, догонять, пересекать, как эта машина будет ждать, пока переедут, а в этих же машинах будут ехать люди, и это безопасно. Я верю, что машины при правильной наладке и настройке могут работать лучше, чем человек. Все-таки транспортный рынок, рынок очень конкурентный, очень много участников. Удобство – это то, за что нам придется платить. Цифровизация, она изменит в корне транспортный ландшафт отрасли. Как выглядит вообще дорога будущего? Какие неизменные атрибуты должны быть там? В центральной России Золотое кольцо, так сказать, вот есть вот эти знаменитые города. Мы хотим сделать большое Золотое кольцо, чтобы крупнейшие агломерации связать. Созданная сеть – это степень свободы. Будущее, оно происходит сейчас, просто мы этого зачастую не замечаем, а это нужно замечать. Мобильность – это очень важный тренд, и поэтому от того, насколько качественный и удобный сервис мы будем предоставлять, зависит для нас очень многое.